Вон наш автобус! Мы хотим покататься по Стокгольму на двухэтажном красном автобусе, который есть в любой стране. Они очень удобны для обозрения всех таких самых основных достопримечательностей города. Сандра с Лешей брали в Барселоне, в Мадриде такие автобусы. Это очень экономит как бы время, силы и показывает вам сразу все то, что надо. Там есть аудиогид на любом языке. И вас он прокатит, посмотрит. Посмотрим. Вот, можно выйти на любой абсолютно остановке, походить, посмотреть. И потом вернуться снова и продолжить свой путь по кругу. У него специальные остановки. То есть это не то, что вы сели и там он вас прокатил полный круг, 80 минут у него. Вы можете выходить хоть на каждой остановке. Насколько хотите, он уедет. А потом приедет следующий такой же. Ну, поняли меня. Вот, знаете, наверное, все такое. Королевский дворец остается. Там будет сейчас духовой оркестр. А мы с вами будем рассматривать город. Как это называется? Автобус хип-хоп или как это? Ну, в общем. А вот они стоят. Уехал! Не добежали. Ждем следующего. Уехал. Из-под носа просто. Так, ну ладно, ждем. Это остановка его вторая. Они сейчас там делают круги, приедет. Ну, в общем. Хорошо, красиво, холодно. Ну, холодно, знаете, так. Не знаю, сколько сейчас градусов. Да. Мама посмотрела на фотографии и говорит, да, что-то пальмы не видно. Да. Пальм что-то не видно. И мы с вами в хип-хоп. На двухэтажный вот садимся и уезжаем. Билеты у нас куплены опять онлайн через специальное приложение на группу на 3 человека. Ой, что-то сказали, что это не наш. Хип-хоп с тобой. А там был этот. А, может, в этот? Давай попробуем. Вот он. Так, давайте на второй этаж, конечно, сразу. А на первом нет никого. Так. А что, они какие-то разные. Так, и здесь есть аудиогиды. Смотрите, как здесь красиво. Крыша летом открывается. А когда холодно, то я туда. А когда холодно, то... Подзарядка есть, да? Ты что? Мы все расселись по окошкам в разных местах. Ну, давайте смотреть. А, насчет гида не поняла. Здесь должны быть какие-то свои наушники, что ли, с собой? С таким обычным разъемом, что ли? Не поняла. А, в разъем, чтобы зарядить телефон, только вот такой обычный, не Type-C, только USB. А насчет наушников не поняла. Здесь просто все ездят и смотрят, что ли? Город. Ни у кого никаких наушников не вижу. Просто ездят и катаются и смотрят. Наушники только которые с разъемом. У нас у всех беспроводные давно, у нас нету с разъемом. Ну, давайте просто туда так. Вообще тут и язык можно, и громкость, и все, но наушники и разъем обычный, нет такого. Да, движение здесь, конечно, плотное. Вот эта самая крыша летом открыта. Мы все боялись, что мы здесь простудимся. На втором этаже хотели. Муж пошел узнавать насчет наушников. По-моему, их должны здесь давать. Это уже написала Сандра. Они летят с Сицилии домой. О, наушнички пришли. Спасибо большое.
Спасибо. Ага, вот наушники. Ставите язык, все-таки все возможно. О, прекрасная. Прекрасная экскурсия. Ну, я не буду вас мучить, эта экскурсия. Это, обычно это не очень интересно. Вот, в общем, можно на русском языке слушать экскурсию. Вам я буду просто показывать виды, сами мы послушаем, но просто это, наверное, не очень интересно, когда кто-то бумнит какую-то экскурсию. Так что все возможно. Здесь единственная трамвайная линия Стокгольма. Вот это единственная. Рассказывает о том, что мы проезжаем мимо музея Васа, где можно увидеть огромный корабль средневековья. Можно выйти на остановке, где музей Астрид Линдгрен. Там все вот эти сказки написаны ее. Ох, красота. И вообще очень красивый город, очень зеленый, я бы сказала. Смотрите, сколько здесь зелени, прямо пахнет пряной листвой. Со второго этажа очень хорошо все видно. Вот, а это музей Абба, да, по-моему, вот этот шведский ансамбль. Она говорит, подъезжаем, вот я не знаю. Викинг-музей. И Абба, знаете песни Аббы? Лунопарки всякие, в общем, карусели. Если, говорит, вы не боитесь высоты, ой, нет. Вот этот Тиволи, стационарный здесь, если вы не боитесь высоты и огромной скорости. Нет, спасибо, мы, пожалуй, дальше покатаемся. То есть до этого мы с вами все-таки проехали музей Аббы. Еще один музей будет Скансен, старинный какой-то музей. Музей природы типа. Тут как будто маленькие вот островки, и мы вот по ним ездим, и на них, смотрите, сколько зелени и разные достопримечательности. Если здесь просто погулять даже, да? Еще бы немножко солнышко, это было бы вообще потрясающе. Можно подготовиться к следующему разу, куда бы хотелось еще сходить. Голубые ворота. Ограда 19 века. Охотничий парк там был. Ой, как красиво.
исторический музей здесь не очень далеко. Ну, в общем, с вами покопаемся. Это, конечно, интересно. Кое-что из того, что она говорит у меня в ухе в экскурсии, я вам передаю. В честь Нарвы. В честь Нарвы. Мы пересели в самую такую клубовому стеклу, чтобы лучше вам показать все, что мы здесь видим. Центр развлечений сейчас уезжаем. Здесь есть памятник или как бы скульптура, гриб большой. И под ним вот молодежь встречается, прежде чем сходить куда-нибудь в кафе или в ресторан. Вот он перед вами. И он прекрасно спасает от дождя. Вот этот называется гриб. Рай для шопоголиков. В общем, это улица для шопинга. Здесь все самые знаменитые бутики мира находятся. Так что, если вам шопинг, то по этой улице. Все самые знаменитые марки, модные дома находятся здесь. Сейчас будет коммерческий центр Стокгольма. Концертный зал, вот этот синий. Нобелевские премии вручаются здесь. Рынок. Рынки. Это самые центры есть. Красивый город. Здесь ледяной бар. Ледяной бар, в нем сделано абсолютно все изо льда. И рюмки, и стаканы, и все-все. И специальные перчатки дают вам для того, чтобы вы смогли что-то там вот выпить. Все изо льда. Ледяной бар. Какой-то вот из этих. Угу. Вот на таком же красненьком. Сейчас мы сидим с вами. Как они не врезаются, я не понимаю. Тут... Очень удобные вот эти автобусы. И экскурсия на любом языке. И удобно посидеть и посмотреть. Очень здорово. Выйти можно на любой обстановке. Очень много вот велосипедов в аренду и
самокатов. А мы даже не выбрали еще, где бы нам выйти, что нам еще посмотреть. Еще один остров. Вот на острове раньше жили монахи. Здание суда. Как парк подстрижен красиво. Здесь здание суда, и заключенных как-то переводят. Называется переход вздохов. Как подстрижено, все какие скульптуры. Небо-то чернеет, смотрите. Озеро. Здесь, на этом озере, плавучие дома. Прямо живут люди. И есть, где туристы могут переночевать. Плавучие дома, кстати, очень распространены. Здесь живут прям люди. И туристам можно переночевать. Интересный, красивый, яркий город. Мне нравится. Это Стокгольмская ратуша. Нобелевский банкет здесь происходит каждый год. Здание городской ратуши. Ратуша. Стокгольмская ратуша. Туда можно пройти, кстати, насквозь, и там очень красивый вид на воду, на озеро. Мы там с вами ходили в прошлый раз, прошлую поездку. Офис премьер-министра Швеции. Церковь. И там музей. И много похоронено королей и королев. Вот здесь. А все остальное вот здесь административные, судебные здания. Постройки 17 века. Это здание парламента. Там 500 посадочных мест в свободном доступе. Когда идут парламентские дебаты, может любой там поучаствовать. Ну, красотища. Еще вечером все зажгется. Самые хорошие квартиры здесь находятся. А какие холмы. Все время прямо такие горы. Очень интересный ландшафт города.
красивый круизный лайнер, но здесь не наш Baltic Queen. Нас он не отвезет к парому. Это было бы удобно, если бы вот такой автобус привозил вас сразу к паромному сообщению. Нас нет. Сами добирайтесь. Thank you, bye. Все, мы с вами прощаемся с нашим автобусом и идем дальше. Погуляем в старом городе. Посмотрим, может, какие сувенирчики. Пока-пока, наш автобус! У-ху! Очень удобно. Прекрасно посмотрели и послушали. На русском языке была экскурсия. И сегодня. Все, и теперь немножечко походим в старом городе. Какие узкие улочки. Гуляем немножечко здесь. Что здесь такое красивое? Ух! Королевский дворец, и мы пошли туда, там старый город. Пойдем сюда.